Компьютерная грамотность для пенсионеров. Пожилых жителей Караганды обучат всем необходимым навыкам и самым простым операциям. Как работать в интернете, создавать документы, отправлять и получать электронную почту. К слову, бесплатно овладеть азами работы на компьютере сможет любой желающий в рамках специальной программы, стартующей уже в феврале. О пенсионной модернизации в следующем материале. Аргентине Шигай 73 года. Пенсионерка с компьютером на «вы». Познакомиться с благами цивилизации пришлось не так давно. Племянник подарил ноутбук на день рождения. Самостоятельно подружиться с современной техникой женщине не удалось. Было решено пойти на компьютерные курсы. Я полная темнота в этом плане. Поэтому мне хотелось узнать хотя бы, какие у компьютера возможности, и какие мне пригодятся, а какие, может быть, не очень. Я еще сама не могу сказать, что мне надо, потому что я не знаю, что компьютер дает. Говорят много, но много – это все равно, что ничего. Таких, как Аргентина Шигай, на курсах десятки. Уроки компьютерной грамотности вызывают искренний интерес у пенсионеров, которые стремятся влиться в виртуальное пространство. 3 месяца обучения и общение в социальных сетях для стариков будет делом обычным. На каждого слушателя будет определенно выделен персональный компьютер, будет выделена программа, по которой будет обучаться. По результатам курсов будут выдаваться сертификаты каждому слушателю. Создать подобные курсы распорядился глава государства. Идею поддержали отдел образования и городской акимат. Научиться азам работы на компьютере на бесплатной основе может любой желающий от 14 до 76 лет. Центры подготовки развернуты в 25 школах города. За необходимой информацией можно обратиться в отдел образования. Ирина Камышова, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.